трудный матч был. Но все-таки по ходу матча вот, игра складывалась так, что мы сейчас можем говорить о потерянных очках. При счете 1-0 у нас несколько шикарных моментов было просто. Деваться мячу некуда было. И, к сожалению, совершенно простой удар залетает в наши ворота. Но это футбол. Вот, в концовке, в самой концовке, конечно, уже пошли такие качели, после которых счет мог быть и в ту, и в другую сторону, но это только последние 5-10 минут. Считаю, до этого мы достаточно дисциплинированно действовали. Но уже травмы нас выбили настолько, что ну, ребята, которые были на поле, практически до этого не имели времени в основном составе. Практически не имели.